Три дочки вышли замуж, и мать им говорит: «Доченьки, ну не забывайте нас с отцом, пишите хоть письма. Ну, если будете вот писать о сексе, пишите, что жарили картошку, а то отец будет читать, не так поймет». Через некоторое время пишет первая дочка: «Мама, у нас денег много, живем хорошо, картошку жарим один раз в год». Мать: «Ох, непорядок». Вторая дочка пишет: «Мамочка, у нас все хорошо, денег хватает, картошку жарим один раз в неделю». Мать: «Ох, непорядок, но пойдет». Третья пишет: «Ой, у нас денег нет, хата пустая, картошку жарим три раза в день. А если картошки нет, он лижет сковородку, а я сосу ручку». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии.